Всех наших активистов, которые считают своим долгом, долгом гражданским, долгом политическим, долгом человеческой совести сегодня прийти и выразить протест против ввода войск российских на территории Украины. Это по международному праву военная агрессия. Это оценка международных организаций. Это, значит, уничтожает столпы международной безопасности. Европейский Союз, все цивилизованные страны, весь цивилизованный мир выступает против. Мы не должны дать дорогу сепаратизму. Это что, если мы сейчас это позволим Украине? Это где, кто даст гарантию, что завтра такие же требования не выскажут другим государствам? Казахстан, во-первых, хочет помочь морально своим соседям, которые оказались в таком положении, и выражает моральную поддержку Украине, и одновременно выражает озабоченность высокую тем, что такую же аналогию в будущем ждет и Казахстан относительно севером Казахстана. Братья украинцы, усмехнется доля, скинут наши вороженьки, як роса на солнце.